Красотища просто! 3-0. Крупный счет на табло. Вот такой удар, и это гол, и это 3-1! И поражения все это были, конечно, очень разные от разных соперников, разные по содержанию, и не во всех матчах, пожалуй, Уфа это поражение заслуживало. Вот момент у Ахатова! Может быть, всей жизни момент! И забивает! Молодой воспитанник башкирского футбола свой первый мяч за свой родной клуб. С чем мы его и поздравляем. 3-0. Крупный счет на табло. Вся команда сейчас отправляется поздравлять Ахатова. 19 лет форварду. Так, Данил Родин на мяча. Родин. Удар! Красотища просто! Красотища! Данил Родин! 2-0! Кубань одерживает победу в этом матче и одерживает первую победу над Шинником в этом сезоне в официальной встрече с товарищеской игрой. Браво, Андрей Сосницкий, браво его футболисты, браво Данил Родин, который, повторюсь, так похож на Андрея Соломатина в молодости. Продвинул чуть вперед мяч и пробил с правой ноги. Михаил Филиппов, наверное, мог здесь поймать мяч. Или хотя бы отбить его. Или хотя бы отбить. А в этом смысле может и в атаке сыграть вполне себе полузащите на фланге. Вас момент у ворот Родины. Удар! Это гол! 2-1! И снова через край обороны удалось прорваться футболистом из Тольятти, на сей раз через левый край атаки и правый край защиты Родины. Удар с дистанции низом в уголочек. Контратака. Азаров далеко мяч от себя отпускает, но при этом остается при своих, при владении. Азаров дальше на Эльдарушева. В это время страдает защитник. У нас вот такой удар! И это гол! И это 3-1! И это Абу Саид Эльдарушев! Смотрим еще раз. Лежит Плиев на газоне и бьет почти беспрепятственно Абу Саид Эльдарушев с висящим на его руке. Возле Натой был этот удар сопряжен. Бацуев в центр на Кабахидзе. Ох, несколько сразу красивых передач в одной атаке. Ну и вот эта техника Бацуева. Удар поворотом и гол! А он уже забивал такое. Когда он вышел, я сказал, что у него сумасшедший удар. И его главная фишка – это уход под удобную левую ногу и удар в дальний угол. Рома, ну, в стиле Лео Месси, ни много, ни мало. Согласен, визуально похож. Браво, очень красивый гол. Его автор Аюб Бацуев. И Велес сравнивает счет в Казани в матче против Рубина. Очень важный мяч.